личинки комаров, пойманные мною в бочке с водой, уже стали выводиться. Из них начали появляться комары. Вот сидит один комар. Там еще. Вот часть личинок стали куколками. И из них выводятся комары. Вот эти вот черненькие, на жучков похожие, кругленькие животные, это куколки. Они тоже плавают, они живые, но они отличаются от личинок. Личинки длинненькие, а эти такие овальненькие, похожие на жучков. Вот сколько комаров уже из них вывелось. Я еще ни разу не видела, как ест лягушонок комара, не удалось увидеть. Но вот Серафим говорит, что он видел.